Үҙенең тарихын, ғөрөф-ғәҙәттәрен, мәҙәниәтен һәм батырҙарын белгән халыҡтың ғына киләсәге бар тиҙәр. Билдәле шәхестәрҙе данлаған оло йыйындар һәм байрамдар беҙҙең республикабыҙҙа даими рәүештә үткәрелеп тора. Быйыл да халҡыбыҙҙың геройы Миңлеғәле Шайморатовтың тыуыуына 120 йыл айҡанлы күркәм сарала тап ошо һүҙҙәрҙе дәлилләй. Бүгін біз халқыбыздың данлықлы ұлы, бүйік батырыбыз Миңлеғәле Минхажидинұлы Шаймұратовтың тауып өскен қырмысқалы ерінде басып тұрабыз. Ысынлап та бүгін ұлы байрам тихәтті бұла. Генералыбыздың тауына 120 йыл тұлуға арналған, ейінда бүгін театрлаштырылған тамаша, ат сабышы, ұлақ милли ойыны, республикабыздың білдәлі сәнғәт эшмәкәрҙәре қатнашлығында матур концерт һәм тамаша көтөлә. 120 лет исполнилось бы в этом году великому герою, генералу Шаймуратову. Его фигура в истории Башкортостана и СССР исключительная. Человек редкого военного таланта. Он обладал замечательными организаторскими способностями. В рядах 16-й гвардейской кавдивизии, созданной по инициативе руководства Башкортостана, обученный генералом Шаймуратовым самое большое количество героев СССР. И сегодня, вспоминая все его подвиги и заслуги, мы собрались отметить день рождения на родине нашего героя. Электронниктан болған Шаймұратов генерал, Салауат Юлаев, Қарынай Мұратов, Мұртазиндар, ұшы батырдар бұлды, біз бір қасында ұнытмайсақ бұл. Біз ғұрылана біз өзі біздің халқыбыздың батырдары менен. Мына бүгінгі күнде Миңлеғәле Шаймұратовқа біз оның ері рухында өскен біз. Мен шул тиклем рухландым бүгінгі тамашаны қарап. Бұл тамашаны көзге еш алмайынса қарау мүмкін түгіл. Хуғыштың ысын шахиты болдым. Вот уже почти 75 лет наш народ живет под мирным небом. В этом есть и твоя заслуга, Улын. Я благодарен судьбе, что мне такая жизнь дана. Отечеству нашему мы служили и до смерти были верны. А наши джигиты – уральские беркуты. Я помню тебя, Минигали, с книгой. Помню, как ты мальчишкам своим сверстникам с увлечением рассказывал о Спартаке, Александре Невском, Суворове, Кутузове. А помнишь, на уроке учитель вам сказал, что Наполеона победил в 1812 году великий русский император Александр I? Помню, а я воскликнул: «Нет! Его победил не царь, а русские солдаты под командованием Кутузова. За этот поступок меня исключили из школы». Да, в школе учился ты урывками, 3-4 месяца в год.
рано возмужал, в 10 остался без матери, но ты у меня рос настоящим мужчиной. Смелым, умным, умел отстаивать свое слово. Все это благодаря тебе, отец. Не отступать и не сдаваться. Я повторял этот девиз даже тогда, при встрече на поединке с казахским борцом Сарсеном в Уфе. В твои 16 лет это была твоя вторая большая победа. Сарсену пока равных нет. Поясни, чак какой, чтобы выйти с ним на поединок. Батыры на медведя голыми руками. Наш никому не уступали. Есть такой батыр? Есть такой башкир. Наш Миша. Разрешите. Разрешите. Я выйду на Майдан. Так, молодец, парнишка. Решительный. Как тебя зовут? Миннегали. Камарад, шулай тэп Майданда. Башкорт егіті Миннегали. Хэм хода. Барана дарят. Ну и гармошка хороша. Недаром говорят, что хорошая гармошка джигита душа. Да! Пусть будет твоим спутником. С песней по жизни шагай. Сараның төп өлеше республиканың билдәле актерлары қатнашлығында бүйік ватан ұғышы сұрын үрәтіліген тамаша мінен башланды. Хәр сығыш яғысы, ешінә, іш тәжірибәһенә қараматтан байрамға патриотик рух бирегә тұрышты. Фамилия, имя, отчество? Шаймуратов Миннегали Мингазович. Дата рождения? Родился 15 августа 1899 года в селе Биштеке Кырмыскалинского района БАССР. Родители, родственники? Отец Мингазиддин был малоземельным крестьянином. Мать Бибитайфа родила 5 детей, умерла от болезни в 1909 году. Старший брат Ахмедгарей, я второй ребенок в семье. После меня брат Абдулла. 1902 года рождения. И сестры Камиля и Галимя. Где работал? Кем? Весной 1913 года матросом-грузчиком на пароходе «Урал». В марте 1919 года в Уфу вступили колчаковцы. Была объявлена мобилизация. Меня и еще нескольких парней забрали и увезли на пересыльный пункт в Уфе.
12 апреля 19 года был мобилизован в армию Колчака. 25 апреля 19 года бежал с призывного пункта и скрывался в окрестностях Уфы. В боях участвовал? Против Красной армии? Нет, в боях против Красной армии не участвовал. Сей документ датируется 1920 годом. Командование направляет вас, Минигали Шаймуратов, учиться на 9-е казанские курсы татаро-башкирской кавалерийской школы. Будет выполнено! Выпускник татаро-башкирской кавалерийской школы Минигали Шаймуратов в состязаниях по метанию гранаты, прыжкам с трамплина в воду и сабельным скачкам занял призовые места. За его успехи наградить его ярко-красными шароварами, зеленой суконной гимнастеркой и буденовкой. Вот награда. Командаром Семен Михайлович Буденный собственноручно вручил памятную серебряную саблю. Сабля Буденного со мной была всю жизнь. Сахналяна Шаймуратов генерал Ролен Уйнагайным, 15-й елда на Ошоук Майданда, Ошоук Сахналя Шаймуратов генералга Хейкель Аскан Мельдерде, Ошундаук Шаймуратов генерал образын ғынландырға тұра келгені, һәм мына нисәме йыл үткәндән һуң тағы ла шундай бәхет тәтене бүгенге күреүгесә сәхнәле 4 Шаймуратов булды. Бәләкәй Шаймуратов егет, урта кор егет дигәндәй, һәм олыһы мин, ягъни Шаймуратов генералды үзенең гомер агышындагы һәр бер этапта кәүдәләндердек. Мин тойдым сәхнәгә һава килеп сыккас та тамашасылар үре басып алкышлауларын күреп үземдән дә күңелем тулып китте. Атта йөрү бик кыен түгел, чөнки үсмер сактан һава йөрүп үстем һәм үзем дә йылкысылыкта эшләнем, кымыз эшләүдә, аттар йөрәтүдә үсмер сактан булганга бер дә кыенлык түгел. Ә бунда ниндидер әлбәттә теге тәрән кимәлдә роль тәудыру дип әйтеп булмый бүгенге бүгенге безнең эшмәкәрлектә, ләкин барыбер дә күңелдә яуаплылык тойгысы бар. Менә киемдәрҙе әҙерләү, менә 4 көн без бында репетицияларга йөрөнек, барыбер дә халык алдына сыккас яуаплылык тойгысы әлбәттә бар. Ты прошел славный путь. С 18 лет посвятив себя службе в армии, стал одним из выдающихся военачальников. А подлинную славу принес тебе твой организаторский и полководческий талант. Военный дипломат, пересев из кресла в седло, оказался настоящим джигитом, который повел за собой кавалерийскую дивизию на защиту Родины. Командиры полка Минигали Шаймуратова в генеральный штаб. Минигали Мингазович, в ваших краях формируется 112-я кавалерийская дивизия. И руководство республики просит возглавить эту дивизию именно вас. Клич «В башкирскую дивизию» раздавался по всему Башкирскому краю. Призывное слово аксакалов эхом отдавалось в горах Урала и степях Мелиуза, в долинах рек Таныб, Ик и Юрюзань. В ту пору воинское дело Салавата, Кахинтуря, Муртазина разом пробудилось в сознании башкир.
священное дело защиты большой Родины призывало к оружию многих. Местом дислокации 112-й дивизии была определена железнодорожная станция Дема и ближайшие деревни 113-й дивизии, город Благовещенск и село Николаевка. Шуна әйтәм туғандар, бұрындан қалған йола бар. Яқшы атқа міне батырдар, қолдарына алған оқ қадағын, аямаған янын, түккен қанын, хис бермеген башқұрт Уралын. Слава башкирского джигита и его коня легендой ходит по Европе. Войны, потомки Салавата. Мы должны еще раз показать свою мощь. Подковы ваших коней должны выдержать до Берлина. Пришел наш час. Час решить судьбу Отечества. Вперед! Поклянитесь вернуться с победой! Оса қозған қош, унан бейік осар ұласын бар. Ұласындан да бейік оса тұрған, қош батшағы қайғыр бүркіт бар. Шол бүркіттей егет батыр бұл. Примером является для всего поколения. И та дивизия, которую он командовал, 112-я кавалерийская, особая гвардия, это особые люди. Только особым, значит, подразделениям Советского Союза давались такие награды, такие названия. Уходить вам на войну, родные. До свидания. Дети дорогие, за Урал седой идете в бой. Живыми возвращайтесь домой. Елен Пашка, конь лихой, ты вперед лети стрелой. Для печали нет причины, коль в седле хозяин твой. Поцелуйте в лоб горячо верного друга коня своего. Поточите свои сабли об уральские серые камни. Беркутами будьте в бою, защищая родину свою. Я на камнях Урала высек песни, чтобы не стерлась память среди скал. Коль не вернусь обратно с битвы честной, то пусть меня помянет мой Урал. Олга, Урал Бүркіттері! Вперед! За Родину, потомки Салавата! Сол қортлығын хоқлап қорттарымдың, Алударын хоқлап илімдің, Бүйіклігін хоқлап Уралымдың, Гүзәлігін хоқлап иділдің. Туасақ тан, туасақ яз үсін, Язын жапрақланыр гүл үсін, Туыр балам, ерланыр ер үсін, Ер үсін хәм туған, ер үсін, Мин фронтқа китәм, иптәштәр. Туған ерім үсін, Хорхон үсін, Танасылақ
и 300 башкир. В башкирском ауле одном на 300 коней молчаливо уселись верхом. Горячие искры рассыпались из-под подков. При хмуром прощании отцы не склоняли голов. Ир-яр-ките, казар илап колды, шаулап колды иген өлгіріп, басу қопқана сақлы ұдата барды. Яши қарты барыха үділіп. Немало прибавилось у матерей седины. Всех было нас 300, в ауле одном рождены. Но в дверь постучаться к родным не пришлось половине. В братской могиле лежат они ныне. Ерли от безменгендер, хаубулагов, енхигендер, Ильсакра изгияуга. Қылыс білдерді деп, ерлап кеттік біз фронтқа. Аның жарында біз тәрбиендік, үстек, хәм ғұрланып, әлі де яшай біз. Міне біздің Сақай ұлыңнан Бүйік Ватан соғысына 360 ер жігіт кеткен. Бүгін күнні бір ғана ветеран яшай. Ол Асфендеров Сабыржан Зинатулла ұлды. Біз аның мен ғұрланабыз, аны құрметтебіз. Башқыттары кетті соғысқа. Музыкант одно из самых заметных песен военных времен считается песня про генерала Шаймуратова. Именно эти слова позволяли уверенно идти в бой против танков и автоматов, тем самым бесстрашным воинам башков дивизии. Башқұрттар кетті ғуғышқа, ұдатып қалды Күк Урал. Ат ойнатып, алдан бара Шаймұратов генерал. Тап мұны ұшым әлді, білдәлі шағыр фронтовик Қадир Даян, қалқыбыды яуға айдыған, ұқландырған, әм ұқландырған генералы бұққа ұқланып, жан шиғырын ядған дайынды. Бұл ерді балалар бақсағынан башылап, үлкен бұғын кішілеріне тікілім бүтін республика халқы біле. Театрлаштырылған саранан һуң тамашасылар Бөйөк Ватан һуғышы мәлдәрендә 12-нче кавалерия дивизияһының немец ғәскәрләренә ҡаршы һуғыш реконструкцияһын күҙәтте. В военном совете было принято решение провести разведку боем и атаковать деревню. Колонна красноармейцев в составе мотоцикла М-72. Броне автомобиля БА-64 и пехоты начинает подступать к деревне. Противник, обнаруживший Красную армию на горизонте, начинает массированный огонь. К сожалению, враг подбивает бронеавтомобиль. Мотоцикл успевает развернуться и уехать в расположение основных сил Красной Армии. Пехота залегает и отступает. Немцы по тревоге активно заполнили укрепления и заняли боевые позиции. Шаланы сыққанда бек нақ толқынлану кесіріштәрі сөнке біз өзі біздің отай ұлатайдары бізді үлесейдәрі біздің қарт үлесейдәрі біздің хистығыларын бірнесікті аңғарта алмаймыз. Мен сан инструктор бола тұрарақ бек қиын сөнке яралыларды алып сығырға керек болған хоғыш аланында өлген кішілерді алып сығырға керек болған. Шыға көрі мен ойлауымса енді
хорош был бы Даниэла Болмахан. С радостью участвовал в этом кавалерийской атаке. Вот. Как чувствовал, что кубанку взял. Шашку, конечно, взять. И было бы вообще хорошо. Вот. Большое спасибо. Откликнулись, дали коня. Вот, участвовал. Очень большое событие. Сегодня конный праздник, во-первых. Вот. Я на коне. Выдвигается основная группа пехоты рабочей крестьянской Красной Армии. И, конечно, немцы тоже сообщают своему командованию о действиях наших бойцов. Мы с вами можем видеть сейчас, как врагу на помощь приходит авиация. Немецкие самолеты всегда били прицельно. И сегодняшний бой не исключение. Мы видим, как на взлетную полосу пикировал немецкий Мессершмитт, блеснув на солнце крыльями, ушел в сторону линии фронта. Прозевали все службы одинокий самолет. Да и летчик, видимо, был опытный. Летел, скрываясь в облаках, а иногда прикрываясь... Тамашасы ғош көрінішін ерден ғана түгел көк езінді ләк көзетті. ...службы ПВО этого немца. Об этом было сообщено командующему воздушной армии, и было получено добро. Бесстрашный, отважный советский летчик истребительского полка поднялся в небо, чтобы сразиться с немцем. В бой вступил советский самолет Як-1. Великолепный обзор, хорошая маневренность и превосходное вооружение делали эту машину грозным оружием. На таком самолете летал и знаменитый Покрышкин. Сотни глаз следили за этим боем. Это была битва двух мастеров. Самолеты устроили неимоверные карусели. Никто из пилотов не стрелял. У кого выше мастерство, у кого крепче нервы. Один каскад фигур высшего пилотажа сменялся другим. Кто же первым допустит ошибку? Прозвучала короткая очередь, и мистер Шмидт сдавил. Советский самолет преследует врага до момента посадки или падения. Весь этот бой длился не больше 5-7 минут. Но тем, кто наблюдал за ним с земли, казалось, что прошла вечность. На поле боя появляется советский танк, легендарный Т-34, который беспрепятственно начинает движение на позиции противника. Мы с вами видим, что со стороны противника выезжает подкрепление части СС на грузовом автомобиле «Опель Блиц» и бронеавтомобиле СТ «КФЗ-250». Это были отлично подготовленные солдаты, вооруженные ручными противотанками «Фаус-патронами». Не скроем, что танк Т-34 тоже был уязвим. И если противнику удавалось его подбить, экипаж покидал свою боевую машину и вступал в схватку с врагом на позиции противника во имя родной земли. Мы занимаемся реконструкцией танковых войск Красной Армии. Вот здесь, на этом мероприятии, мы были в роли танкистов экипажа танка Т-34-85.
который привезен из одного из районов Башкирии. Вот. Ну вот, играли роль танкистов. Башкирия всегда для нас гостеприимный край. Здесь очень приятно находиться. Здесь добрые, улыбчивые люди, симпатичные. Вот. Мероприятия отличные, интересные, довольно объемные. Естественно, пожелаем, чтобы дальше такие мероприятия в Башкирии проводились, ширились, становились больше, потому что для обычных людей это всегда интересный праздник и события. Наша задача была отбить вражескую оборону. Мы шли пехотой за легендарным танком Т-34. Мы видим, как под натиском наших бойцов немцы отступают от деревни. Қатнашқан реконструкторлар келе кімдер сақырған үшін түгін. Юрегі, көңілі, тойғылары қорағанға келе. Қазір біздің реконструкциялар республикала Қырмысқалы, Таусенгер, Қырмысқалы, Таусенгер, Шаймұрат ауылдары арасындағы реконструкция бұл 10-сы тапқыр болды. Хәм бізге бүгін бек көп қалалардан келділер. Біз бі таван тойға бармайбыз. Мына әлігі күнде әлі ярыш бара. Біз ярыш аттарына отырып ярышқа бармайбыз. Анда өлімге барасың. Шуның үшін қайда барасың, сенің мақсатың бар. Анда душман. Тигідірек, тигідірек туған жерді, тигідірек достарды душмандан құтқарып алып қарғары. Кавалерияның 20-сі буаттағы, дивизияның 45-сі, 44-сі елдардағы тактикаһын, стратегияһын нисек эшләнгәнен без декоративті хәлдә, кыска гына хәлдә күрәтә алдык. Арабызда травматизм булманы, мин шуңа шатланам. Егылгысылар булманы, имгәнүсләр булманы. Без таза эшләнек, зрительгә динамика күрһәттек. Байрақты күрһәттек. Нисек килгән угарылы солдаттарды күрһәттек. Душмандар кырылып ятырга тиеш безнең һәр адымыбызда, һәр юлыбызда. Без аларды кылыс менән туураклап, канга бутап, ошонда реконструкциялар йөри алмайбыз. Олай түгел. Байрақтылар тартып алмайбыз, пленгалар төшермәйбез. Ләкин без икенче без реконструкция. Без байрам итмәйбез. Бүген байрам түгел. Бүген байрам түгел. Бүген трагедия. Һугышырга ярамай. Кешеләрне үлтерергә ярамай дигәнне без күрһәтергә теләйбез. Менә шу безнең туйгылар шул. Кешеләр аңыгызга килегез, дөньяла туктатыгыз, һугыштарны тибәткебез килә. Һугыштар үткән юллардан дуслыкты эзләйек, дуслыкты ныгытайык дип әйткебез килә. Менә реконструкторларның девизы менә шул. Thank you.
воодушевленные подвигами наших земляков, бойцы уничтожают части вермахта, тем самым приближая день Великой Победы. Бүйік еңеуді башқырт атлы кавалерия дивизияның өлішін бағалап бүткіғіт. Әмінгі ғалі Шаймаратовтың есімі, еңеу тарихы, алтын хөздер мінен ядылған. И берет район в клещи, где первая группа проходит справа, вторая слева, и третья вместе с пехотой Красной Армии приходит в деревню. СССР, а 21 сентября 1943 года с 16-й гвардейской башкирской кавалерийской дивизии присвоенное наименование Черниговская. Бүгін үшін мына әлігі вақытта біз мына этноспортты тіргізді, біз хабайлы ұқсыларды, хабайлы спорт түрдерін тіргізуді, ошуындай сара бік қызықлы, сөнке мына башқұрттар бұрын-бұрындан хабайлын біледі. Түркі қалықтарының милли ойындарының бірі ұлақ Башқұртыстанды лаяулап келі. Республика бойлап командалар топлана. Егіттер зұр қызықыны мінен ойынға әзірлені. Күн үшіндә біз Ифінан Липецк өлкәһенең икенче Тербуно ауылына килеп, унан һуң Ростов өлкәһенә, Белыка Литва ҡалаһына, Донбасҡа Петровск ҡалаһына, Шаймаратов генералдың һәм уның яудаштарының ҡәберҙәрендә төрлө саралар, митингылар уҙғарып, урындағы халыҡ менән тамашалар өйөштөрөп, концерттар күрһәтеп йөрөнөк. Ошындай тантаналы көндә ат сабышының үткәрелеуе юкка түгел. Һуғыш яланында дошмандарға ҡаршы алыш алып барғанда, генерал Шаймаратов тап ошондай һабайлы егеттәрҙе яуға итегән. Сегодня мы отметили великий день, день рождения героя, который нам подарил мирное небо над головой. Мингали Мингазович Шаймуратов. Его имя, его подвиги будут всегда в нашем сердце. Мы помним, мы гордимся. Күпме генә йылдар үтһә лә, Миңлеғәли Шаймуратовтың батырлыҡтарын халыҡ мәңге йөрәгендә йөрөтә. Рухлана, ҡанатлана, һоҡлана һәм уның тураһында мәғлүмәттәрҙе, тарихты һәм йырҙарҙы киләһе быуындарға еткерә һәм ошоноң менән уның рухын мәңгеләштерә. Батырлар,
кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю эту полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Батырдар ике тапкар үлмей, ерде ол.